Перевод и озвучка от Brain Down. При поддержке группы Гордона Рамзи. Так, как готовить идеальный стейк? Горячая сковородка. Вся фишка в том, что мы буквально прижигаем стейк, а не варим его. Сначала приправим. Вот так. Добавим красивые большие крупинки перца. Будет красиво, когда поджарится. Поваляем в специях. Вдавливать не надо. Важный момент. Достать мясо из холодильника за 20 минут до готовки. А то получите замерзший стейк внутри с подогревшей корочкой. Сковородка начала дымиться. Масло. Распределяем. А теперь просто кладете стейки подальше от бортов. Сковорода все сделает сама. Вот именно такой звук нам и нужен. Красивое шкварчание. Берем щипцы. Переворачиваем аккуратно. Буквально через 30 секунд уже виден цвет. Эта полоска жира сбоку стейка раздражает. На этой стороне тоже поджарим. Вот она. Ставьте стейк боком в сковородке. Используйте стенки. Ждите, пока жир не стечет вниз. Так стейк прожарится даже лучше. Добавим немного чеснока. Даст стейкам вкус. Не нужно чистить. Просто слегка раздавите и кладите к стейку. Переворачивайте каждую минуту, чтобы цвет был приятным и ровным. Если переворачивать стейки каждую минуту, они будут прожариваться ровно. Уделим время добавлению. Пора добавить розмарин. Самое время. Еще масло. Я люблю стейки с кровью. С кровью это тут. На ладони сверху. Средней прожарки тут. Прожаренный сверху запястьем. А теперь добавим масло. Кладем масло. Именно сейчас стейки набирают свой вкус. Растопим масло, пусть оно пропитает стейки. Про чеснок тоже не забываем. Ничего не должно гореть. Берем чеснок и трем его о мясо. Включаем газ. Вынимаем. Красота. Пусть отдохнут. А теперь нарежем. Получится сырой или стейк с кровью. Великолепно. Петух.